Друзья, приветствую! Прекрасен наш союз, Алексей Азаров. И мы сегодня с вами находимся в очень известном городе Монте-Катино-Терме. И вашему вниманию позади меня полностью отреставрированный кондоминиум называется Вилла Аврора. Пойдемте посмотрим. Автоматические ворота. Далее заезд на территорию кондоминиума. Сегодня посмотрим с вами здесь. Раз, два, три, четыре, шесть апартаментов. Одни в этой части, в этом доме с садом. Очень порадовало то, что владельцы подошли очень серьезной продаже. Ой, какой звук. Здесь можно сделать погрузку-разгрузку и на небольшое количество времени оставить машину. А так, каждый апартамент, который я вам сегодня покажу, продается непосредственно с парковочным местом, частным. Итак, начнем сейчас с 9 номера. Тук-тук. Здравствуйте. Данные апартаменты общей коммерческой площади 214 метров квадратных с террасой, с садом. А так, двухэтажные апартаменты 123 метра квадратных. Гостевой туалет. Просторный зал с кухней. Здесь кондиционер. И также теплый воздух. Очень хорошие. Установлены также качественные, смотрите, окна. Сад.
То есть это терраса и сад входит в собственность данных апартаментов. Здесь можете установить летнюю кухню при желании. Работы проводились 3 года назад. Деревянные полы. Далее просторная ванная комната с ванной. Большая спальная комната. Очень просторная. Высота потолков здесь 4 метра. Знакомые качества. Ламборгини. Кроватка и, в принципе, спальная комната от компании Ламборгини. Все в пешей доступности. Бары, рестораны, магазины, аптеки. Заходим на второй этаж. Здесь большая просторная терраса. Это все также входит в собственность. Вторая спальная комната. Фурнитура здесь очень мне понравилась. Качественно все сделано на высоком уровне. Дверью все очень. Хорошо сделали. Двери деревянные. Встроенные шкафы и везде установлены кондиционеры. Еще раз посмотрим зал. Ну, здесь, конечно, сад можно очень хорошо и красиво обыграть.
и отдыхать. Для этого мы работаем, чтобы потом на себя любимого и свою семью тратить деньги. Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.com. Переходите по ссылке, которая будет внизу в описании данного объекта. Всем прекрасного настроения. Пока!